Здравствуйте, это программа «Город С», и я Елена Чернявская. 27 декабря отмечается День спасателя Российской Федерации. Профессиональный праздник для тех, кто не раздумывая придет на помощь человеку в любое время дня и ночи. Тех, кто по роду своей деятельности и по признанию своего сердца является спасателем. Именно эти люди всегда готовы прийти на помощь всем, кому угрожает опасность при возникновении чрезвычайной ситуации. Поисково-спасательная служба Самарской области находится на оперативном дежурстве более 24 лет, оказывая в круглосуточном режиме помощь людям, попавшим в беду. О тонкостях работы спасателей сегодня в этой студии расскажет начальник поисково-спасательной службы Самарской области Олег Петрович Моцарь. Здравствуйте, Олег Петрович. Добрый день. Ну что же, я поздравляю вас с профессиональным праздником. Вот, как я сказала, вы возглавляете поисково-спасательную службу. 24 года в следующем году будете отмечать юбилей. Ну, а вот если все-таки вспомнить, с чего все начиналось? Ну, всегда начинается с самого малого. Начинается с поиска помещения, подбора персонала, вот, с финансирования какого-то открытия, финансирования регистрации службы. Давно это все было, конечно. Не, ну так вот все равно, если вспомнить, начальные шаги сложные были, вот именно организационные. Как подбиралась команда? Вот сейчас, оглядываясь на то время, что вот такое особенное можете вспомнить? Вот сейчас, оглядываясь на то время, вспоминая тогда, в 96-м году, все методические рекомендации там, по подбору персонала, людей, какими они должны обладать там, навыками, профессиями. Я начинаю понимать, что это все было, ну, как это сказать, немножко неправильно, если это так можно выразиться. На самом деле жизнь диктовала совсем другие реалии, да. И готовила, ну, мы готовились к таким вызовам, к которым в 96-м году ну, не совсем МЧС было готово. То есть только со временем, когда появлялся какой-то опыт, опыт работы в разных ситуациях, когда мы понимали, что вот, нам нужны специалисты, альпинисты, специалисты, хорошие альпинисты, то есть люди, которые могут работать на вертикальной поверхности совершенно спокойно, причем не просто работать, а оказывать помощь, водолазы. То есть вот тогда, в 96-м году, было немножко другое понимание. Но со временем, ну, наверное, это у всех людей, не только у меня. Чем больше ты, например, начинаешь что-то узнавать, там, какую-то осваивать профессию, тем больше ты начинаешь понимать, что ты раньше о ней ничего не знал. Конечно. Вот. Ну, тем более, наверное, совершенствоваться в ней, да, ведь хочется достичь хорошего профессионального уровня, верно? Как самому, так и сотрудникам. Ну, все правильно говорите. Я считаю, что вообще учиться нужно всю жизнь. Да. Всю жизнь нормальные люди, я считаю, что все учатся. Если человек перестал учиться, если он говорит, что я тут такой весь, весь просто профессор, вот, ну, скорее всего, как правило, бывает, что наоборот. Да. Олег Петрович, можно ли сказать, что сейчас ваша служба сложилась? Вы довольны результатами работы, которые вы показываете своим коллективам? Ну, достижениями здесь, наверное, сказать сложно, но ведь тем не менее... Да, вы правы, что достижениями тут сложно оценить нашу работу. Единственное, у нас есть раз в два года проходит чемпионат России по спасательному многоборью, куда приглашали, вот в прошлом году это был Пятигорск, нашу команду. Мы заняли почетное третье место среди всей России. Я считаю, это очень большой показатель. Ребята все выполнили звание кандидата в мастера спорта, и, ну, теперь у них есть какая-то спортивная злость и желание в следующем году, который будет проводиться, все-таки стать мастерами спорта в своей отрасли. Я считаю, это очень почетно, и вот если брать это за показатель, я доволен сегодня тем, наверное, вектором развития, который у нас есть. Да, нам бы, может быть, бы еще бы немножко финансирования, потому что понятно, что мы та служба, которая не можем оказывать платные какие-то услуги там, или, ну, спасать за деньги, как-то так звучит не очень, да? Вот, поэтому мы полностью, конечно, финансируемся из бюджета Самарской области. Тут, да, сейчас непростое время такое, мы наблюдаем все, в одной стране живем, что-то происходит, вот, этой пандемии, вот, как-то так все немножко
непросто. Ну, есть, наверное, неравнодушные люди, которые оказывают помощь. Я думаю, что в конце вы скажете, наверное, им спасибо, если они есть, Олег Петрович. Ну, а я сейчас хотела спросить вас, какие все-таки первостепенные стоят задачи перед поисково-спасательной службой Самарской области? Ну, если это одним предложением сказать, то это оказание помощи и спасение людей, попавших в экстремальные условия на территории Самарской области. Вот. Это те ситуации, в которых... Да, ну и вторая, одна из основных задач наших, это поддержание постоянной готовности сил и средств наших. То есть мы круглосуточно работаем, да, время готовности у нас минимальное, как и у пожарных, чеплется одна минута. Вот. Это вот если одним предложением. То есть мы оказываем помощь там, где люди не в состоянии сами справиться. Да, очень много ситуаций, когда люди просто отключают свою голову, и потом, когда оперативный дежурный подскажет им выход из ситуации, они иногда и перезвонят и говорят большое спасибо за совет. То есть не на каждый там чих нужно выезжать. Да, но конечно. Есть ситуации, когда люди реально не в состоянии справиться с какой-то ситуацией, которая их накрыла, и требуется помощь специалистов, то есть нас. Да. Мы попозже обязательно разберем те ситуации, когда именно вы приходите на помощь в первую очередь, но для начала я хотела спросить. Для того, чтобы стать спасателем, скажите, пожалуйста, Олег Петрович, нужно закончить какие-то специальные курсы? Есть ли в нашем городе учебно-тренировочный центр? Вот где проходит как раз и медицинская, физическая, специальная подготовка? Вы правы, это базовая подготовка спасателей, она, безусловно, должна быть, иначе вас, как спасателя, никто не аттестует. У нас в Самаре есть это учебный центр Федеральной противопожарной службы. Мы там проходим подготовку. Ну, сейчас есть и другие центры, но в целом центр, в нем можно получить тот багаж знаний, который потребуется вам для аттестации на звание спасателя. Вот. Это что касается первоначальной подготовки, как бы, но я уже повторяюсь еще раз, что никогда нельзя останавливаться. Я, честно, вот с такими людьми долго не работаю, которые считают, что они вот аттестовались, все. И дальше ничего не надо делать. Нет, делать надо постоянно в течение всей жизни. И только тренировками, еще раз тренировками, повышением своего профессионального уровня можно достичь чего-то нибудь. А вы своим личным примером подаете пример своим коллегам? Безусловно. Каким образом? Ну, я, во-первых, себя поддерживаю в форме. Я до сих пор в Пятигорске был в составе команды на соревнованиях. Вот, и, скажем так, если кто-то в чем-то сомневается, я говорю, давайте кросс. Так, кросс. Кто после меня пробежит, тот будет, как это мягко сказать, тренироваться еще раз много. Ну, что, приятно слышать, Олег Петрович. Ну вот давайте поговорим все-таки о вашей команде, потому что я больше чем уверена, что спасатели, конечно, должны обладать силой, выносливостью, быть, конечно, морально еще подготовленными, конечно, в любой нештатной ситуации. Очень кропотливый труд. Скажите, пожалуйста, вот как в повседневной деятельности вы совершенствуете свои навыки? У нас, помимо того, что люди дежурят, спасатели находятся на дежурствах, у нас есть дни, когда мы собираемся в какие-то команды и проводим тактические задачи решаем, психологические задачи решаем. Но больше это и, скажем, подготовка на практике. То есть мы выходим где-то, мы называем это полевыми выходами. Да. Когда мы выходим, ставим какие-то тактические задачи, там-то пропал человек, или там нужно ориентироваться в лесу, нужно показать, насколько вы умеете в насложном рельефе его там поднять или спустить, этого человека, и транспортировать долго, там, до, к примеру, предполагаемой скорой помощи, там, по лесу, там, по колено в снегу. Тут требуется физическая, очень хорошая подготовка. На физическую подготовку, конечно, нужно обращать внимание. Потому что если в команде окажется один человек, который будет даст слабину, то, в общем-то, в целом вся спасательная операция ставится на угрозу, под угрозу срыва. Потому что один... То есть они все должны быть где-то на каком-то одном уровне. Люди подготовленные. Какого-то возрастного предела я... Ну, понятно, какие-то есть разумные рамки. Ну, но я не считаю, но если человек приходит там и там
в возрасте там моем и делает все то же самое, что и молодые спасатели, то почему он не может работать? Конечно, может. Чтобы стать спасателем, все-таки что нужно сделать? Вот молодой человек, мой знакомый, кстати, вот совсем недавно разговаривали об этом, мне прям сейчас я вспомнила, закончил армию, говорит, ты знаешь, говорит, а я хочу стать спасателем. Вот хочу помогать людям, помогать им в беде. Что нужно для этого сделать, если сейчас мой знакомый нас смотрит? Такой сложный, конечно, вопрос психологический. Я очень много людей за свою деятельность встречал и разговаривал, и задавал этот вопрос. А зачем тебе это? А вот почему? Я хочу спасать. Угу. Ну, как правило, такие люди, которые так отвечают, они не совсем понимают, чем мы занимаемся. И, наверное, наверное, он просто ошибся, не туда пришел. Но вот вы ведь помогаете сориентироваться, потому что, Олег Петрович? Ну, конечно, мы помогаем, мы задаем наводящие вопросы. Ну, потому что не хочется потом с человеком через полгода, через 3 месяца, ты в него вкладываешь тоже какие-то средства, там, время свое, душу, а потом он говорит, это было не мое. Угу. Вот, и поэтому... такие случаи тоже бывали, да? Конечно, бывает, сплошь и рядом, потому что желающих прийти очень много, но остаются работать люди, которые понимают, что это их уже призвание, это их... Ну, образ жизни, да, часть души, потому что я не назову, вот говорят, профессия спасатель. Профессия спасатель, если это профессия, то мы должны зарабатывать там на хлеб с маслом. Но я не встречал что-то очень много спасателей, которые были бы довольны своей зарплатой и не работали помимо этого где-то еще там на стройках, да? Там на занимались там гиды или, скажем так, где-то на высотке работали, вешали там кондиционеры и баннеры. Потому что, ну, не хватает. Вот. И все-таки сюда приходят люди, которые сердцем уже пришли, что это их, им это интересно, это их образ жизни. Но чтобы это понять, Олег Петрович, нужно же поработать, но ведь палка-то о двух концах, да? Все-таки же. Ну, ведь когда я говорю, что не хочется прощаться там через полгода, я же не говорю, что так не было. Угу. Так было сплошь и рядом. Поэтому вот этот естественный отбор шел. Остаются те, которые понимают, что это им просто интересно. Здесь какая-то склад людей, компания, которая уже, с которыми они нашли какое-то взаимопонимание в жизни, и они и за пределами работы общаются. И, конечно, очень, ну, сказать слово «приятно», это греет сердце, когда ты успел кого-то спасти. Это да, это хорошо. Это все ходят на эмоциональном подъеме долго потом. Но это не всегда бывает. Часто очень мы сталкиваемся с ситуациями, когда, увы, время против нас. Да. Да. И слава Богу, за вот эти минуты, когда ты успеваешь спасти живого человека, выдернуть его из лап вот этой смерти, а потом эти минуты, они греют душу очень долго. И ради них люди говорят, да, хочется продолжать работать, потому что вроде бы как и зарплата небольшая, и сложностей много, там, и дома семья там гудит, но, увы. Вы сказали о признании. Следующий этап нашей программы я бы хотела посвятить сюжету про заслуженного спасателя Самарской области Александра Ушакова. Давайте все вместе посмотрим. И вот действительно у этого спасателя его работа, его признание. Оперативно оценить обстановку, рассчитать все риски и принять правильное решение для спасателя Александра Ушакова не составляет особого труда. В профессии он уже 10 лет. Работает сутки через четверо. И пусть дежурства проходят не всегда спокойно, Александр ни разу не пожалел о своем выборе. Есть же такая философская фраза, что если ты выберешь то, что ты любишь, в профессии, то тебе не придется трудиться больше ни дня. Вот, наверное, я один из тех людей, кто сделал правильный выбор. Все вызовы граждан поступают для обработки в диспетчерскую. Затем объявляется тревога, и личный состав уже через минуту выезжает на место ЧП. Это то помещение, из которого мы должны дозагрузить машину, если вызов предполагает
что на нем потребуется то, чего у нас нет в машине. Такое бывает. К примеру, там лодки, если это там весна, да, или там провалился рыбак, либо там в сетях запутался, как один раз был. Работа спасателя требует и хорошей физической подготовки. Беговая дорожка – это, соответственно, ну, основа, да, кардиотренировки. Тяжелая атлетика, да, жимы всевозможные, там, и гантели, и штанги. Ну и плюс для увлеченных скалолазанием есть скалодром. Не только спортивные тренажеры помогают спасателям быть в форме. Вот, например, манекен Гоша. На нем отрабатывают технику непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Александр делится: спасать людей не просто работа, а образ жизни, к которому привык не только он сам, но и его семья. В первую очередь, супруга. С ее слов она испытывает некую там гордость за это, что мой там муж помогает людям, там мой сын тоже смотрит на меня как на хороший такой пример. Ну вот, он говорит: блин, классно людям помогать. 27 декабря Александр Ушаков отметит профессиональный праздник – День спасателя. Мужчина уверен, работать в поисково-спасательной службе он будет до пенсии. Но и после забывать о любимой профессии не планирует. Александр хочет передавать накопленный опыт подрастающему поколению. Всех, с кем я пересекался, либо на вызовах, там, либо на каких-то соревнованиях, всех, кто знает меня лично, спасателей, особый привет с Волжских берегов. Всех с праздником. Ребята, берегите себя. Это серьезная и достойная, когда-то сложная, когда-то неблагодарная, но наша профессия. Ну вот, Олег Петрович, мы побывали у вас в гостях. Очень интересный у вас центр и оснащен серьезно. Что-то, может быть, есть что добавить вам? Ну, молодец, Александр все по делу сказал. Вот там центр мы еще не увидели, там много чего можно было посмотреть, конечно, но, наверное, время было ограничено. Я хочу спросить вас, на какие происшествия спасатели в этом году выезжали чаще всего? Знаете, происшествия некоторые дозревают к сезону. Ну, например, больше дорожно-транспортных происшествий бывает вот в это время холодные годы. Вот, больше происшествий на воде бывает летом. Угу. Ну, или, например, там, весной и осенью, когда еще не окрепший лед. Сколько рыбакам мне говорит, что ну, вы контролируете, куда вы идете. Но если уже это нельзя это предотвратить, если вам так хочется, ну, хотя бы там пешню имейте, там, попробуйте там твердость льда, проверьте, прежде чем идти. Ну, судя по тому, что продолжается этот процесс печальный, то, значит, или не так говорим, или не так слышат нас, непонятно почему. Ну, все-таки у каждого, правильно ли я вас поняла, что у каждого происшествия своя сезонность, да? То есть зимой все-таки это больше аварии, а в лето это, наверное, все-таки на воде. Но вот есть ли специализация именно самарских спасателей? Потому что ведь спасатели владеют профессией и водолаза, и альпиниста. Вот все-таки если говорить о самарских спасателях. Ну, наверное, сокские штольни, которые нам периодически дают прикурить. Вот. Закрывать их, конечно, никто не собирается, потому что это бессмысленный процесс. Как муравьи найдут все равно новую дорожку, так и люди, которые там одержимы вот этим желанием попасть в подземные полости, они туда найдут дорогу. Только потом, если что-то случится, нам будет очень тяжело их оттуда достать, если мы сейчас там все начнем закрывать. Ну, наверное, сокские штольни, вот такие подземные выработки, они есть далеко не в каждой области. Да, у нас нет высоких скал, но хотя очень часто на этих Жигулевских горах есть отвесные скалы, поверхности, и вот недалеко от Красной Глинки, от поселка Управленческий, где люди, ну, скажем так, в ночное время, теряясь, не ориентируясь, куда они идут, попадают на вот эти сбросы, падают, калечатся, да, приходится оттуда доставать людей. Олег Петрович, ну, чтобы неповадно было, ну, расскажите какую-то историю, связанную со штольнями, именно когда вам пришлось действительно спасать людей, и операции эти были далеко не простые. Ну, даже тут далеко ходить не надо, это вот случилось буквально 2 недели назад, уже в декабре месяце, когда у нас было сильное очень задымление в сокских штольнях. Да, кто-то разжег
огонь. Этот человек это сделал намеренно. То есть не чтобы погреться, да? Ну, если бы погреться, то он бы там находился, но он ушел. Дым распространился очень глубоко по всей этой подземной системе. И на беду в этой системе находились люди, которые на выходные пришли и отдыхали в одном из дальних лагерей, куда еще дым не добрался. Но сигнал пришел, я так понимаю, от постороннего человека, и вся система, она сработала, вот предупреждение чрезвычайной ситуации. Прибыли почти одновременно все, и пожарные, и горноспасатели, и мы прибыли, и вот совместными усилиями достаточно быстро, я считаю, профессионально. И на острие вот этой всей работы был как раз и Александр с его смены, который в этот день дежурил. Вот. И ребята, которые у него в команде, которые очень хорошо знают штольни, также они, конечно, и многократные победители соревнований по спасению в горах и в пещерах. Сделали все четко и профессионально. Все живы, все здоровы, всех доставили на поверхность. Чего еще желать? Олег Петрович, вот расскажите, мне очень интересно, если все-таки говорить о расстоянии, каково оно было и за сколько по времени вы спасли людей? Вы задаете такой интересный вопрос, когда потом проходит время, и ты сидишь и обязательно пытаешься сделать анализ, конечно, где ты действовал, какие решения принимал, а правильные ли решения, а можно ли было по-другому, вот. Потом все это во времени растягивается. А в тот момент кажется, что прошло там 5 минут. Да. Да, все очень быстро происходило. На самом деле прошло время определенное, да, когда мы получили в начале третьего этот первый сигнал, пока мы там доехали, все это. И когда мы вывели уже последний, там где-то ближе там уже к 7:30. Вот, это время прошло. Я хочу только поблагодарить людей, которые с нами работали, которые очень профессионально это сделали, потому что все прошло очень тихо и спокойно, никто особо не отреагировал. Но я понимаю, это заслуга, наверное, все-таки спасателей, потому что если бы был хоть одна там несчастный случай, конечно, была бы совсем другая реакция всех и органов и так далее, правоохранительных. Вот. А поэтому, значит, все получилось. Да. Был учтен опыт и 99-го года. И еще раз скажу, что здорово, что как раз оказалась смена, которую оказались очень люди такие, знающие хорошо штольни. Олег Петрович, а у меня вот к вам еще такой вопрос. В одном из интервью с вами же я читала, что спрашивали вас про страх. Вот страшно ли идти в огонь? И наверняка ведь главное, наверное, условие к кандидатам в спасатели – это психологическая устойчивость. Вот так ли это? Ну, я поправлюсь, все-таки с открытым огнем больше пожарные работают. Мы участвуем в тушении пожаров, но вы, наверное, в общем имели в виду не только в огонь. Да. Конечно. Считаю, что страх обязательно должен быть. Чувство самосохранения обязательно должно у спасателя быть. И потому что вот, которые бесстрашные люди, я их, наоборот, боюсь. Я стараюсь их избегать и на службу, конечно, не брать, которые говорят, мне ничего не страшно, я там все это... Это они или сами это безрассудство, наверное, они, да? Или сами без головы останутся, или кого-нибудь еще это с собой затащат. Всегда должен быть риск. Риск в нашей профессии присутствует, да, безусловно. Но риск, он тогда оправдан, когда он просчитан. Просчитать все бывает когда даже невозможно. Когда у тебя есть порой доли секунды, просчитать все просто невозможно. Конечно, есть опыт. На этот опыт основываешься и все равно сомневаешься где-то. Но рисковать бездумно людьми никогда не ставил. Ну, это вообще, конечно, это не наша работа. Мы не так работаем. И люди, которые там говорят, что мы там бесстрашные, ну, вы только что ответили сами на мой вопрос. Это безрассудство, наверное. Хорошо, приближаются новогодние праздники. Все-таки что бы вы хотели пожелать жителям нашего города, как главный спасатель? Ну, поберечь себя, конечно, отмечать, но разумно и с головой. Но вот какие основные риски несут в себе вот как раз и новогодние праздники? Ну, я хотел бы на нескольких вещах сакцентироваться. Пожалуйста. Это прежде всего безопасность на дорогах. То есть
Смотрите, дорожное покрытие зимой, оно все время разное. Даже один и тот же снег при температуре около нуля и при температуре минус 20, он разный. Даже на бесснежной дороге можно предполагать, что в какой-то низинке ночью был туман, и там окажется гололед. И вы, если там резко затормозите или пошли на обгон и рулем дергали, то вас может вынести, хорошо, если на обочину, а не навстречку. Вот. Конечно же, хочется сказать, чтобы не садились за руль пьяными, вот, потому что это, ну, это неуместно в принципе, потому что можно за собой себя убить и других утащить с собой. На воде хотел сказать, что Волга у нас еще нормально, не застыла. Если малые реки и озера уже в хорошем состоянии, то Волга еще имеет множество промоин, даже на фарватере кое-где есть подвижка льда. Но эта подвижка льда, она зависит еще от сбросов ГЭС. Поэтому об этом тоже не нужно забывать. Да, надо не забывать. Поэтому на лед выходить сейчас на зимнюю рыбалку на Волгу опасно. Опасно категорически. Также у нас новогодние праздники. Обязательно будут фейерверки, петарды, хлопушки. Прежде всего, хочется предостеречь взрослых, чтобы они не допускали детей до самостоятельного, значит, запуска вот этих пиросредств, пиротехнических средств. Если взрослый это делает, он должен, ну, сейчас это везде продается, значит, он должен хорошо в снегу утрамбовать снег и закрепить вот это устройство, которое будет сейчас выстреливать заряды, строго вертикально вверх, чтобы в случае какой-то там реактивной отдачи его не повалило на бок и вот эти снаряды не полетели в вас или в ближайших людей находящихся. Также внимательно учитывайте направление ветра и силу ветра, чтобы вот этот фейерверк не залетел, например, кому-нибудь на балкон и не устроил пожар. Или там хвойный лес, который тоже даже зимой хорошо горит. А в общем, хочется в преддверии да, нового наступающего года всех, во-первых, ребят своих поздравить с Днем Спасателя, пожелать им, конечно, спокойных дежурств, пожелать им благополучия дома и здоровья. А всех жителей Самары поздравить с наступающим Новым годом. Будьте внимательны к себе, будьте внимательны к своим близким. Прошедший год был непростой год, и он, наверное, еще больше заставил ценить жизнь и жизнь своих близких. Берегите себя, здоровья, удачи и хорошего настроения. Спасибо. Спасибо большое, Олег Петрович, за такие позитивные слова. Вот мне даже и добавить нечего. Я только могу присоединиться к вашим поздравлениям. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Берегите себя, потому что самое главное, конечно, это здоровье и ваша жизнь. Всего хорошего. До свидания.